Это для нас вообще непонятно, но это так. Вот полезная. Ой, какая полезная. Не хочешь? Очень полезная. Или, ну, вообще, кроме вот этого места, все остальное должно быть понятно и легко. Вот кроме вот этого места. Мне она просто понравилась. Сделаем? Ну, классная. Давай такую. Давай. Кисточку там не моем, не промакиваем. Только берем жидкость для разжижения. Угу. Взяла жидкость. В живописи маслом мы делаем сначала то, что сзади, то, что сзади, а потом то, что заслоняет. То есть мы сейчас создадим среду обитания. Коричневости, желтоватости, голубоватости. Итак, взяла жидкость, взяла чуть-чуть белил, коричневил и начала пачкать холст. Причем пачкаешь штриховательно, как бы создавая рябь штриха, короткий штрих вот такой, лежачий к холсту кисть, создаешь рябь штриха. Рябь. Видишь, я и синий добавил. Чтобы как бы организовалось пространство, чтобы это было не выкрашенное, а некое, чтобы в нем что-то вроде как угадывалось. Хорошо? Вот такое, вот такое. Динамика штриха больше в этом направлении. Хорошо? Как раз соответствует ее движению. Короткий, настойчивый штрих. Короткий. Мигаешь цветовыми, то в пользу розового, то в пользу коричневого, то в пользу синего, то плюс белильца в большей степени. Вот так миганиями заполнить. Пока фоновую историку. Смотри, смотри, плюс желтятинка. Давай. Ты видела, я жидкость немножко добавлял. Смотри, кисть держим вот так. Изначальное положение, вот как цветочек. Она вообще это такой очень симпатичный инструмент. Его нельзя зажимать, его нельзя как-то странно держать. Вот он, вот он. Баловнятинка. Игрушечка в руках. Рисует вышкрёбыванием мастихин. Вот стёрка. Постарайся, ну, просто нарисовать пока фигурку. Вот как ты ее видишь. Старайся идти от крупных линий, от основных линий. Не застревай на ноге. Не делай жесткие. Вот такие. Режущие. Хорошо? Стерка вот. Когда ее приблизительно найдешь, пойдем дальше. Давай. Мы еще не привыкли пользоваться серединами, углами, диагоналями. Еще не привыкли. Начинаем привыкать. Рука находится в самой середине. Правда? Близко к верху. Вот мы нашли эту линию. Ты поняла? То есть для нас середины, диагонали, углы, все это является. В середине находится пятно. Вот этот мысик. Ну, в середине холста. В смысле, по высоте. Сюда пошло тельце. Рука как бы в продолжении платья. Есть такое? Как бы в продолжении платья. Вот линии, на которые мы начинаем опираться. Хорошо? Давай так. Вернее, видишь силуэт, все. Молодчиночка. Можно внятнее отделить. Внятнее отделить. Можно цветнятинку подсунуть пальцем. Зеленый там видим? В юбке. Есть, да, какие-то звуки зеленого? Розового видим. Можно даже чуть-чуть подтереть,
чтобы именно в сухомятку холста заходили эти звуки. Тогда они не так вязнут. Белесики есть, но все они чуть-чуть цветноваты. Даже белый там немножко цветноват. Правда? Угу. Прозрачненько укладывается. Угу. Прозрачненько. Вот такими звучиками. Ну, пачечка прямо сразу уложишь. Потом мы с тобой еще придем сюда с мастихином. И им еще чуть-чуть уложим. А? Давай. Значит, накидаешь сначала пальчиком, если что, подотрешь. Нацветни чуть-чуть вот этого баловнятинки. Здесь подтерла. Пальчиком подложила светло. Здесь рыжо. Взяла рыжо, подложила рыжо. Есть там, да? Посмотри вот внимательно. Да. Вот такие вот вещи. Начинаешь подбрасывать, подбрасывать, подбрасывать. То же самое. Перемалываем на цвет тела. Сначала некий средний цвет тела, рыжеватый. Рыжеватый. Потом уже кистью уложим плотно, а пока мастихином, вот так, как будто ногтем, вырежем. То есть ты положишь цвет и вырежешь, и уже в этом мы положим кистью. Хорошо? То же самое, мордуйте. Смотри, прямо плоскостно, рубленно работает, да? Да. Ну, нормальненько. Вот только что ты, может быть, услышала слово «свет» из-под теневой. Да. Понравилось тебе это слово? Слово, да. Смотри, есть красивый изгиб вот угу. такого характера. Есть тенистое место у ноги. Есть? Есть. Есть тень от ноги. И она сразу приземлилась, правда? Да. Вот в этом всем она сразу приземлилась. Угу. А есть свет из-под теневой. Возьмешь кисть, которой ты фоновое пятно набирала, и чуть-чуть подпустишь штриховастиков из-под теневой. А заодно уточнишь вот эти вот цветовые настроения. Особенно свет из-под теневой. Лежачая, нарочито лежачий характер мазка, чтобы обозначить плоскость. Нарочито лежачий, чтобы обозначить плоскость. Села на плоскость? Все пятно сформировалось. Там еще есть идея отражения. Можно ее тоже подсунуть. То есть светик от ноги отразился. Все в принципе чуть-чуть отразилось. А потом легкий чирк горизонтальный дал ощущение и плоскости, и отражения. Правда? Ну а здесь вернем штришочечек. Вот этот косой штрих общий фоновой. Итак, свет из-под теневой — важный аргумент рисунка, да? Здесь у нас очень темное окружение. Коричневый, розовый. Сделал сразу глубину, правда? Похожая темнота вот здесь. Смотри, как мы сразу вытащили рисунок. У нее сразу появилась талия. Вот это пятно работает там, да? То есть оно сразу о чем-то рассказывает, о фигуре. Показали его. Ты видишь, я даже не кистью, а пальцем.
А знаешь, почему пальцы? Потому что кисть в руках новичка немножко как бы инструмент. Вот пальцем мы все привыкли делать, а кистью не привыкли. Поэтому сначала приучим глаз, а потом уже кистью будем делать только то, что ну, невозможно сделать пальцем. Ну, скажем, вот эти тонкости невозможно. А вот какие-то такие грубоватенькие места будем делать пальчиком. Мастихинчичком можно уложить, смотри, свет вот здесь и погонять его туда. Погонять. И плашмя мастихином, и резьбой мастихина уложить эти их светлости. Эти же светлости плотно можно положить и здесь. Свет любит густую краску. Посмотрите, как она еще режется удобно. Правда? Посмотрите. То есть свет любит густую краску, теневая не любит. Вот прямо густятенькой краски моделируем эту идеечку. Давай. Вот эту идею решения задачи, допустим, ты смотрела бы на видео, как это решается, и повторяла, и это бы получилось, и то получилось. Уверен, что для того, чтобы рисовать вот те партии светлые и деликатные, которые у нас здесь есть, ты бы взяла тоненький колонок. Как все детки берут тоненький колонок и думают, что этим будет легче. Наоборот, это сложнее. Ногу ты все-таки не убрала. Смотри, она что, тянется коснуться нет, носка, а у тебя тянется. Посмотри. Ну это же вещи очевидные, правда? Да. Это же не то, что вот надо быть профессиональным художником, чтобы различить, что рука не тянется к ноге. Понимаешь? Понимаешь? Угу. То есть есть вещи, которые мы делаем просто от невнимательности. Вещи очевидные, которые не требуют мастерства. Они просто требуют культуру мысли. Внимание. Понимаешь? Да. Значит, здесь дополним вот этими ребятками. Ручечка едва-едва. Здесь тоже темно. Еще хочу обратить твое внимание, что ручечка тоже темна. Она не светла, она темна. Она почти равна фоновому. Нос на нас не смотрит. Посмотри. А у тебя смотрит, да? Да. Я не понимаю, как это выходит как-то вот туда. Ну да. Да, но я это совсем не понимаю, как это. Смотри, обращенность головы туда. Ага. Там же тень? Да. А свет только по краешку, вот здесь. Угу. И сразу появилась обращенность носа, вон обращенность носа. Ушечки тоже там тенистые. То есть это к мастерству никакого отношения не имеет. Это к рассуждению света и тени. Ну и соразмерностей, да? То есть есть вещи, которые мы не делаем по странной причине.
Причем среди нас есть такие новички, которые почему-то это делают. То есть им хватает внимательности прослеживать, ну или интереса. Отчасти это от отсутствия интереса. Ты же как бы, у тебя нет же потребности стать художником, да? Ты решила просто попробовать. Отсутствие интереса не дает тебе расследовать то, что ты рисуешь. А попробуй-ка все-таки с интересом. Хорошо? Как будто ты действительно хочешь стать художником. Но в любом случае научиться видеть, да, как художник. Просто видите. Видеть элементарные вещи. Теневую набрал, да? То есть просто попробовать поиграть в такую игру, раз уж мы взялись за это. Ну там так, да? Да, да. Не так низко. Я не понимаю, что такое, что не то, а где в чем, не понимаю. Вот. Теперь у нас, когда мы чуть-чуть вот это вот подчеркали, повыгрызли ту краску, которая темна. Теперь попробуем положить свет. Мы берем желтый, розовый и белый, да? Вот я замешивал краску. Можно показать? Вот я замешивал краску. Это не значит, что прямо этой кистью надо лезть туда. Теперь я сделал из кисти деликатную лопаточку. Взял меру краски. Камера видит это? Да. Идеальную, правда? Идеально. И вот этой небольшой мерой укладывает. И она как миленькая укладывается красиво. Как миленькая. Именно вот этой лопаточкой. Кисть у меня в руках, хоть и искусственная, но а-ля щетина. То есть это не колонок, не другие какие-то. И вот я очень спокойно, просто рассуждая то, что вижу, укладываю красочку на светлые партии. Еще раз напоминаю, у меня мера краски здесь очень небольшая. Я не размешал и тут же этим комом краски, который был, пошел, а я приготовил кисть. Давай так. И легкие зеленовато-охристые проявления. И розоватые. Это уже любовь художников. Розоватости и зеленоватости подкладывать. Угу. Даже если ты их еще не различаешь в природе, стоит подсмотреть у художников, что они этим пользуются. И тоже пользуются. Опять же, штрих по формочке. Обалдеть вообще, слушайте. Самое главное. Ты мастер. Молодец среди овец. А, в смысле, вот эта часть? Ну, может быть, там надо еще темнее. Да, может быть, еще. Игорь, у вас многие женщины влюбляются. Я в простите за такое сразу откровение. Это же все супер. Свет любит плотную краску, и вот мы ее укладываем.
Молодец, что заметила светлячок здесь. Опять же, свет из-под теневой. Хорошее дело. Вот здесь тень. Угу. Можно бы положить черняво. А вот смотри, если мы кладем красняву, появляется ощущение, что она вся прозрачная. Угу. Правда? Да. А если бы чернявость, ну, был бы пуст, ну, чумазый кусок. А так вкуснятенько. Нет, у тебя как раз все очень, очень даже неплохо. Просто поскольку первый раз первый класс, смотри еще и как умные люди делают. Там есть эта мышечка, да? Да, да, да. Чуть-чуть намек на свет на надбровной дуге. Ага. Глаз сначала как пятно. И по траектории задранной головы. Коричневые я сейчас беру с краснотой, чтобы глаз не стал тоже чернотой. Да, вот чтобы легкая кровинушка постоянно присутствовала. Направление густоты дало конструкцию. Хорошие здесь мазочки понашвыряла, очень техничные. Не знаю, как ты так додумалась. Единственное, что цвета чуть-чуть. Очень хорошо там. Мазочки просто идеальные. С юбкой я старалась. Не-не, у тебя юбка идеальная. Я просто чуть-чуть добавляю уже от себя тяну. Не от себя тяну, а штрих. Тот, который мне одежду сделает. Она и так уже сделана. Я старалась, чтобы нога была там, да, под пальцем. И она посадила. Никак не получалось желтого цвета сюда добавить. Поэтому достаточно будет вот такого пятна. Ничего больше не надо. Кругловатости в руке. И легких рефлексов на теневую. Причем вот на таком вихре очень изящно звучат вот такие подписи. Можно делать закрутелик, а потом узнаваемые буквы подсовывать. Ну, скажем, просится R или N, да? Просится R или, наоборот, V и так далее. Поняла, Ева? Да. То есть подпись может быть вот такой. Не намазюканно и деликатно, да? А наоборот, росчерк, такой пушкинский росчерк. Ну, до подписи тут говорили.